Раба что-то говорит много о всех вещах, которые являются основой нашей работы, их важность цели, лишма, важность группы и так далее. Но он начинает с того, что есть несколько особых свойств сгулёт, которые помогают, и заканчивает тем, что есть особое преимущество связи товарищей и так далее. Так в чем суть этого понятия сгуля, этого особого чудодейственного средства? Это особое средство, это внешнее влияние, которое приходит к человеку и направляет его на цель жизни. В этом чудесное средство. Мы этого не видим, не чувствуем. Ты видишь, что большая часть, большинство в мире, можно сказать, что абсолютное большинство не приходит к этому, не тянется к этому, не понимает, не может даже представить себе эту важность. И тот, который входит в это и каким-то образом приходит к той самой группе, которая направлена на цель жизни, он тоже не сразу воспринимает эту вещь. Это занимает годы. И чем большая душа есть у человека, тем больше он может путаться и видеть себя, что он находится в различных устремлениях, не в правильном направлении. Так оно. Как действует на человека эта сгула, это чудодейственное средство, и как оно проявляется в десятке, в группе, как это воздействует на группу и на человека? Она раскрывает в человеке ощущение, что действительно цель, к которой он стремится, находится внутри группы. Что без группы он не может направить себя на эту цель. И без группы он не в состоянии удержать себя в правильном направлении. И группа действительно, собственно, берет его, держит его двумя руками и тянет его в правильном направлении. Без этого ни разум, ни чувство, ни какой-то успех материальный, ничего ему не поможет. И он должен тут воевать со своим частным эго и склонить себя и подставить себя под воздействие окружения.